状況を詳しく説明して。
Ну что, парни, опять у нас трудный кадр? Ничего, посидишь, быстро манерам научим. Знаешь что? Я вообще-то некогда. Я на посту. Ага. Не знаю. Я перезвоню. Для чего? Где мне столько взять? А, ну да, конечно. Ну да. Без проблем. Чего? Где мне столько взять? А, ну да, конечно. Ну да, без проблем. Thank you.
Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал тебе дельтовать. Да, надо было. Какая разница, что этот киберпсих был ходячим танком? Ты чем вообще думала? Забыла, что для этого Макс так существует? Там были гражданские. Мне что, надо было стоять и смотреть, как он их выкашивает? По сравнению с макстаковцами, и ты, и я, и все остальные копы — это такие же гражданские. Вот когда нам дадут такое же оборудование, будешь геройствовать, сколько влезет. А пока не выпендривайся и выполняй приказы. Все ясно? Every Wednesday at 10, only on WNS. Orgiatic! All pleasure! From all blues, provides 330% of recommended daily vitamins. Ладно, показывай, что у тебя есть. Всегда рад. Stages of food production, we bring you bottom meal quality that even Mother Nature can envy. Уйдешь, разобьешь мне сердце.
forget. You're worth it. И это новости на WNS. Шокирующая новость этой недели — нападение киберпсихопата на Маринет-Сити Люциуса Райна.
Сумасшедший атаковал мэра во время пресс-конференции, но, к счастью, его вовремя обезвредил детектив полиции Ридер Уорд, не допустив печального исхода. Уорд, которого уже прозвали Суперкопом, сегодня получил от мэра медаль за заслуги. То, что чуть не стало трагедией, в итоге может оказаться для мэра настоящим подарком судьбы в преддверии будущих выборов. По данным опросов, после этого нападения Райан обходит своего главного соперника Пиралиса уже не на 12, а на 19% пунктов. Больше местных новостей после паузы. Потенциальным мигрантам нужно будет найти спонсора из списка аффилированных компаний. После 20 лет работы в западных корпоративных штатах держатель визы может получить вид на жительство, брачную лицензию и разрешение на одного ребенка. Ситуация с гуманитарной катастрофой в Северной Европе ухудшается. Беженцы из затопленных регионов Бельгии и Нидерландов продолжают заполонять территорию Скандинавии. Швеция решила ответить силой, потопив в последнее время более 10 судов беженцев. Вопреки усилиям правозащитников, погибли около 60 человек. Неужели мы нашли рай на Земле? Постоянная колония в Антарктиде отмечает сегодня 10-летний юбилей. Скрытые подо льдом богатые природные ресурсы обеспечили быстрое экономическое развитие континента. Хотя это привело к некоторому ухудшению экологической ситуации, жители Южного полюса по-прежнему наслаждаются жизнью. Недавно в Антарктиде открылся первый кукольный дом. Но, возможно, больше всего местные жители и гости Антарктиды ценят очень низкий уровень преступности. В год на континенте происходит всего 70 убийств на 100 тысяч жителей. Спасибо, что смотрите наши новости. Оставайтесь с нами. Сити пополнила свой арсенал, включив в него экзокостюмы класса кентавр от Мелитех. Органы правопорядка приобрели 20 комплектов кентавров для профилактических патрулей и бойцов Макстаг. Подписание соглашения о партнерстве состоялось в здании мэрии. Там присутствовали комиссар полиции Коулридж и директор Мелитеха по связям с правительством Мередит Стаут. Офицеры полиции каждый день рискуют жизнью ради нас. Хранят город от организованной преступности, от кочевников и киберпсихопатов. Экзокостюмы марки «Кентавр» от Мелитеха защитят нашу полицию, а полиция, в свою очередь, защитит нас. И снова корпорация «Мелитех» демонстрирует приверженность идее возрождения Америки. А после рекламы мы обсудим, какими качествами должен обладать телохранитель вашего ребенка. Это новость.
новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан, и вот что сегодня происходит в мире. Ситуация с обрушением в Южной Сибири урановой шахты «Лунаринская», которая находится недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. Напоминаю, в результате землетрясения высокой магнитуды в шахте оказались заперты 35 горняков. Но благодаря анабиотическим имплантам «Суслик-2» шахтеры продержались почти 2 недели без продовольствия и воды и смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния, весь персонал немедленно вернулся к работе. Перейдем из подземелья к космосу. Корпорация «Мелитех» сообщила о проекте новой колонии на Красной планете. Планируемая база будет подразделяться на 3 части – научная, жилая и промышленная. Уже сейчас для покупки доступны 10 жилых модулей. Стартовая цена каждого – 100 миллионов евро-долларов. Это серьезные деньги, да, но помните, что ваша безопасность не имеет цены. В Нью-Мексико и Оклахоме очередная волна беспорядков после нападения террористов-смертников на базы НСША. Президент Майерс публично возложила вину за взрывы на Республику Техас. Войска НСША молниеносно ответили на это серией бомбовых ударов по аэропортам Техаса, в Веллингтоне и Эль-Пасо. Несмотря на обоюдное желание сторон избежать дальнейшей эскалации конфликта, букмекеры оценили шансы полноценной войны как 3-1. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске.